Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Озон 671 Games. И я сейчас буду делать обзор. Вот, мы остановились на станции... я забыл, как называется. На какой-то станции мы остановились, но не помню какая. Как я понял, эта станция... Нет, не помню. Смотрите, как все нарисовано, пути хорошо видно. Бабушка даже есть и проститутка. Вот, давайте откроем двери и попробуем. Здорово, кстати, Армандо, с нами сегодня Армандо. Так, открыли мы. Чуваки, что-то никто не заходит, но мы закроем двери. И скажите, пожалуйста, с чем это связано, дорогие друзья, кто нас сейчас смотрит. Может, мы поймем. Ну, а мы поедем дальше, и думаю, сейчас нам Армандо расскажет, чем это связано, почему, как его мнение, да и вообще, о игре в этом целом, то есть, ну, поехали, вот, о игре в целом, ну, как по мелочам. Армандо? Только ты погромче говори, Армандо, а то, может, не слышишь тебя. А, да, хорошо. Вот я считаю, что если делать действительно нечего, то в эту игру можно поиграть, действительно, потому что она немного, так сказать, успокаивает, вот, езда по трассе, да. Это довольно странно. Но мне кажется, что просто, как бы, панамат зашел в вагон, и поэтому люди не хотят подходить. Да, верно, наверное, да. Ему понравились текстурки в вагоне, они там очень хорошо прорисованы, чем просто, как бы сказать, они прорисованы там лучше, вы сейчас это увидите. В вагоне текстурки прорисованы, видите, можно даже поспать в вагоне метро, посмотреть справа карту метрополитена, подняться на потолок, попрыгать, например, как любят всегда прыгать там на всякие там обезьяны. Вот, запрыгнуть сюда, и на крышу даже можно запрыгнуть. Вот. И пока мы подъезжаем к станции, еще пару вопросов у Армандо. Ты знаешь, когда эта игра самая первая вышла? Ну, похоже, в 2006 году. В 2006 году, да, если я не ошибаюсь сам. Вот, она вышла, и как бы последующие уже начали делать 2007, 2008 и так далее. Но русских маршрутов было мало. И говорят, в 2013 уже всю Россию сделают. Правда это или нет, но российских дорог стало много. Кстати, трагедия случилась с локомотивом из Ярославля. Ты прекрасно тоже знаешь это, Армандо. И мы подъезжаем к станции, которая называется... я опять не вижу, как она называется. Но нам надо остановиться. Стоп. Мы остановились, но не вовремя. Давайте посмотрим на эту станцию. Вон, видите, мы ее немножко проехали. Ну ладно, все равно никто как бы не сядет, потому что мы не знаем, почему кто-то садится, и поедем дальше. Вот. И пока мы едем, мы будем общаться и разговаривать. Почему ты не оставляешь такой вид, вы скажете мне, карту? Потому что Армандо может быть не слышно. Так что наслаждайтесь пока тем, что видите, как говорится. Вот. И Армандо еще пару слов. Как бы, что ты можешь сказать о наших симуляторах, которые наши разработчики делают? Ну, я могу сказать очень много, но я расскажу про... один другой симулятор, симулятор лифтов тоже есть. Ну, там все заключается в том, что там есть такое квадратное здание, вокруг пустыня, и нужно просто ездить по лифтам с этажа на этаж, туда вот можно вверх подняться, там сколько этажа, если что сколько. В общем, симулятор у нас офигенный. Какие там Home Front или там Red Dead Redemption, вот на лифтах офигенно ездят, ребята. Да. Так, ну я вижу, мы уже подъезжаем к следующей станции. И нельзя будет проглядеть, что это за станция. Давайте с вами сейчас посмотрим. Так, эта станция называется... Блин.
Ну-ка. Павелецкая, да? Если я не ошибаюсь, Павелецкая. Станция называется Павелецкая, но правда здесь нихера не видно. А, Новокузнецкая, представляете, она выглядит вплоть так же, как и реально выглядит. Ой, чувак какой-то идет, видите, на Ваномас похож, вон он идет, блядь. Уже куда-то ходит. Может, мы откроем двери и все-таки этот чувак войдет, как ты думаешь, Арман? Ну, наверное, входит. А, он ведь ехал, он ведь ехал у нас, точно. Только чего-то, видите, никто не заходит. Они вот стоят около вагона и не заходят, самое главное. Вот это вот я не понимаю, почему. Вот. Вон следующий поезд едет на другой стороне. Если я не ошибаюсь. Вот Ванама стоит как раз. Ну, никто не ходит, никто не входит в вагон. Я никого не вижу, и мне очень обидно. Ну, поехали дальше. А мы забыли закрыть дверь. Нас за это могут оштрафовать. Ну, ничего страшного. При закрытии дверей, как бы, поезд останавливается. Ну, Армандо, еще пара слов о том, что наши разработчики до сих пор не смогли сделать. Это я, если я удивлюсь, если это еще наши разработчики, но это не наши 100%, потому что я в этом уверен. Да, это не наши, но меня удивляет, знаешь, что, Озон? То, что, например, такая атмосфера в метро пропитана вот русской такой атмосферой. Там ходят всякие бабушки, ванамасы. Не хватает только вот пьяной милиции и гоп. Ну, милиция есть там, она здесь есть. Я в этой игре видел милиционеров, да. Но, как бы сказать, они по квадратному ходят. Я думаю, игра ванамасу просто не понравится. Это уже 100%. И к следующей станции мы приближаемся после Новокузнецка. Я уже забыл, какая станция. Вот, но мы сейчас, наверное, после Новокузнецка. Какая там станция-то идет? Не знаю, я забыл. Ну, думаешь... А? Ванамасинская. Ванамасинская, наверное, да. Мы сейчас посмотрим. Так, и мы остановились. Вот, мен как раз ходит, видите? Чувак, как баба какая-то стоит. Вот, и мен я назад. Театральная, вот. Так что, ну ладно, спасибо вам, дорогие друзья, что вы смотрели этот обзор про Train Simulator 2012. Мы поехали дальше с Армандо. Вот. А если вам понравился обзор, то голосуйте за. И тогда мы поедем дальше и будем уже рассказывать не о метро, а естественно о том, что можно еще и на поездах в этой игре ездить. Спасибо вам за внимание. С вами был Озон. И Арман. Пока. Арман. Да, всем пока. Всем пока.